Привет! Хочу оставить видеоотзыв о своей покупке из интернет-магазина номер 24. Это Gilla Go Active, такой красивый телесный оттеночек, нюдовый, классическим топом и матовым. И покажу его консистенцию, плотность и как он наносится. Они довольно плотненькие. Их можно покрывать или в один плотный слой сразу, или в два тонких. Но здесь все уже зависит от вашей лампы. Здесь вот он у меня в один слой, он хорошо самовыравнивается. При нанесении кажется слегка, что он полосит, но буквально считанные секунды, и он становится идеально ровненьким. И сушу я его в LED-лампе 30 секунд. Так, 30 секунд прошло. И вот так вот он выглядит. На типсе для образца я покрывала в два тоненьких слоя, здесь в один плотный. Но я рекомендую все-таки в два более тонких слоя покрывать. И вот так вот он выглядит под матовым топом. Красивый оттеночек, нюдовый такой. Я рекомендую попробовать, и вы обязательно останетесь довольны. Всем спасибо, пока!